Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим экран на Sony Xperia XA. Приступим. На данном экране разбит экран. Вот он не показан. Для начала необходимо отсоединить заднюю крышку. Это делается лопаткой, либо медиатором. Аккуратно отсоединяем заднюю крышку. Отщелкиваем крышку со всех сторон. Отщелкиваем. Аккуратно, не повреждая никаких деталей. И аккуратно ее снимаем. Все, сняли заднюю крышку. Убираем ее в сторону. Снимаем антенну. Сняли. Аккуратно отсоединяем аккумуляторную батарею от печатной платы. Отсоединили. И вынимаем аккумуляторную батарею. Вынимайте аккумуляторную батарею осторожно, не повредив аккумулятор. Все, отсоединили, убираем его в сторону. Теперь необходимо отсоединить шлейфа. Первый, второй и третий. Отсоединили. Теперь необходимо открутить печатную плату от корпуса. Откручиваем первый винтик, второй винтик, третий винтик. Четвертый винтик. Пятый. Не вынимаем. Аккуратно. Аккуратно откладываем в сторону. Теперь нам необходимо отсоединить экран от корпуса. Для этого необходимо его нагреть. Это можно сделать обычным феном. Они довольно-таки дешевые. Мы феном не нагреваем, мы его нагрели до этого на специальном оборудовании. Ну вот, примерно вот так вот феном его греете. Не сильно. Погрели. Греете. На одном месте не держите фен, чтобы не повредить сам аппарат. То есть вот так вот водите, как мы вам тут показали. Теперь необходимо отсоединить сам модуль. То есть вы нагрели модуль, теперь его необходимо отсоединить от корпуса. Для этого берете лопатку либо медиатор и потихонечку его по краям отсоединяете. Он приклеен сильно. Потихонечку, не спеша, отклеиваем. Отклеиваем. Аккуратно. Со всех сторон. Это довольно-таки самое тяжелое, что есть при замене модуля на Sony Xperia XA. Это отклеить экран от корпуса. Все остальное довольно-таки не тяжело. Потихоньку.
Отклеиваем. Аккуратно. Все, отклеили экран. Теперь отсоединяем его от корпуса. Аккуратно. Аккуратно отсоединяем. Теперь поднимаем печатную плату и отсоединяете шлейф дисплея. Он находится с другой стороны печатной платы. То есть лопаткой приподнимаете печатную плату. Ее не обязательно снимать полностью, вот как мы вам показали. И вытаскиваете дисплейный модуль. Вытаскиваем. Все, вынули. Дисплейный модуль неисправный. Убираем в сторону. Он нам теперь не понадобится. Убираем его. Теперь нам необходимо зачистить поверхность от старого скотча. То есть старый скотч нужно удалить с корпуса полностью. Зачищаем. Убираем старый скотч. Это довольно-таки долгая процедура. Я немного перемотаю вперед. Все, мы зачистили поверхность и обезжирили ее. Теперь устанавливаем двусторонний скотч, на котором будет держаться дисплейный модуль. Рекомендую вам использовать скотч 3M. Устанавливаем здесь небольшой кусочек. С другой стороны еще. И еще один. Снимаем верхнюю бумагу. Снимаем. Здесь снимаем. Сверху также снимаем. Теперь необходимо установить дисплейный модуль в корпус. На самом дисплейном модуле также есть двусторонний скотч. Отсоединяем защитную бумагу. Хоть на самом дисплейном модуле тоже есть двусторонний скотч, мы рекомендуем все равно на дисплейном модуле установить скотч 3M, так как будет недостаточно скотча, который на модуле, он у вас отклеится. Теперь устанавливаем его в корпус, как указано на видео. Аккуратно вставляете. Ровно. Убедитесь несколько раз, что вы составляете сам модуль ровно в корпус. Аккуратно вставили и приклеиваете его. Приклеиваете. Приклеиваете. Теперь необходимо шлейф дисплея подключить к печатной плате. Приподнимаете печатную плату, просовываете ее, сам шлейф, то есть дисплея, просовываете под печатную плату.
фасунера и защелкнула. Делайте это аккуратно. Теперь подсоединяете шлейфа к печатной плате. Подсоединяем. Подсоединили. Теперь необходимо установить снятые комплектующие. Устанавливаем. Защелкиваем. Теперь необходимо прикрутить печатную плату винтами к корпусу. Прикручиваем. Прикручиваем. Мы прикрутили печатную плату, теперь вставляем аккумуляторную батарею и подсоединяем ее к печатной плате. Подсоединили. Устанавливаем антенну. Установили. Берем заднюю крышку и защелкаем ее в корпус. Защелкнем. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.